Hi guys, welcome back to Junris Vlog Reaction. For this video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Privet and spasiba to our Russian friends. How are you all guys? I hope you're doing well and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, it was creepy after that you no longer want to fight with them. The last fight of the German ace Hermann Graf. And credit to the owner also with the video to Memories of a Soldier. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestion related to this video or any Russian video or artist that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video requests. Let's get to it, guys. Enjoy, and I really want you to turn on the CC down there for your subtitles and English and Russian subtitles also or translation. Wow. Все началось с того, что в 1944 году на Восточный фронт вернулся известный на всю Германию летчик ас Герман Граф. Он прославленный и непобежденный герой Сталинградской битвы, первый в мире летчик, добившийся 200 воздушных побед и получивший в один день дубовые листья и мечи к своему рыцарскому кресту. А вручение бриллиантов и вовсе происходило на личной аудиенции с Гитлером и лично из его рук. А между прочим, рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами была самой высшей наградой в Германии, которую на тот момент имели всего 3 человека. Но в то время, когда армия Паулюса погибала в Сталинграде, Герман Граф был отозван с фронта и занимался чем угодно, но только не садился за штурвал самолета. Ведь чего доброго, а в горящем сталинградском небе было недалеко и до беды. Лишь немногим позже граф возглавил экспериментальный отряд для борьбы с английскими многоцелевыми самолетами «Москита». Эти самолеты беспрепятственно летали над всей Германией, сбрасывали бомбы или фотографировали все, что им было нужно. Но спустя 2 месяца борьбы, так и не найдя действенной тактики против «Москита», граф переключился на борьбу уже с американскими бомбардировщиками Б-17 «Летающая крепость». И 27 июня 1943 года на территории Франции, вылетев на перехват летающих крепостей, группа Германа повстречалась с интернациональным 341-м истребительным эскадроном «Эльзас», сформированным из лучших иностранных летчиков, собравшихся в Англии для совместной борьбы против фашизма. Эту встречу трудно назвать удачной для немцев. В первом же бою командира лучшего летчика Германии сбили как куропатку, а вместе с ним англичане уронили на землю и несколько самолетов из группы Графа. Тогда под куполом раскрывшегося парашюта к прославленному асу и пришла горечь поражения – осознание первого поражения в своей жизни. Правда, впоследствии граф реабилитировался и сбил сразу 2 американские крепости в одном бою. Но в том же 43-м году дела для Германии становились все хуже и хуже. Уже была проиграна грандиозная по своим масштабам Курская битва. Американские и английские войска, захватившие Африку и Сицилию, высадились на побережье Италии. А редкие до этого налета авиации союзников в Европе становились все чаще и чаще. В руины превращались Гамбург, Бремен, Киль, Мюнхен, Дессау. Горел и рушился под бомбами врага даже Берлин. Да к тому же, для прикрытия летающих крепостей у союзников появились новейшие истребители – Тандерболты и Мустанги. И их появление означало полный крах для Люфтваффе. Свою первую встречу с истребителем П-51 «Мустанг» полковник Герман Граф запомнил на всю оставшуюся жизнь. Внешне похожий на русский Як, «Мустанг» превосходил все немецкие истребители и по скорости, и по маневренности. От него невозможно было уйти. Сначала на глазах графа был сбит его старинный дружок Йозеф Цвернеман, имевший 126 воздушных побед. Пытаясь стряхнуть с хвоста «Мустанга», тот отчаянно вертелся. Перепробовал все – вираж, пике, вертикали, горки, бочки, но все было бесполезно. «Мустанг» висел у него на хвосте, как приклеенный, до тех пор, пока не смог нормально прицелиться. Чуть позже был сбит и сам граф.
Он пришел в себя только на одно мгновение, увидел вокруг себя облака, рванул кольцо парашюта и вновь уплыл в небытие. Потом полгода в госпитале. Заново учился есть, ходить, говорить. Со страхом ждал приговора врачей. Сможет ли опять летать? В августе 43-го увидел газету, в которой было написано про какого-то Эриха Хартмана, одержавшего 300-ю воздушную победу. Когда-то он был первым, лучшим из лучших, а теперь 212 побед против 300 Хартмана. Попробуй тут догнать. Тем более здесь, на Западе, сражаясь против летающих крепостей и сволочных мустангов. Это тебе не русские шаки и лаги. Вернувшись на Восточный фронт в октябре 44-го, Герман Граф, получивший звание полковника, принял командование 52-й воздушной дивизии, той самой дивизии, в составе которой всего 3 года назад он принял участие в первых боях в России. Сейчас же граф намеревался быстро поднять свой личный боевой счет и вновь стать лучшим асом Германии. Ведь раньше под Сталинградом сбивать самолеты было легко. Тогда графу казалось, что сталинских соколов обучали чему угодно, но только не ведению воздушного боя. Иваны, летавшие плотными толпами, выписывали изумительные по красоте фигуры высшего пилотажа, совершали роскошные по чистоте исполнения виражи, но в итоге неизменно оказывались в прицеле немецких летчиков. И хорошо знакомый со всей этой стандартной техникой пилотирования граф точно знал, где в следующий миг будет самолет противника. И тогда оставалось только нажимать на спуск. Но первые же боевые вылеты 44-го года показали совсем иную картину, чем тогда, во время наступления на Сталинград. Граф с удивлением для себя обнаружил, что противник стал совсем не тем. Русские научились воевать. Они ходили большими массами с эшелонированием по высоте, и атаковать их означало тут же подвергнуться нападению идущих выше истребителей. Да и самолеты у иванов стали лучше. Исчезли те неповоротливые лаги и тихоходные ишаки. Небо заполнили модифицированные верткие яки, стремительные зубастые Ла-7 и неподражаемые американские аэрокобы. А летчики, несмотря на то, что большинство русских ведомых были сосунками, обученными только взлету и посадке, ведущие все как на подбор были опытными бойцами, прошедшими огонь и воду. Кроме того, практически в каждой русской группе обязательно присутствовали асы, связываться с которыми явно не стоило. И опытный граф сразу же определял таких асов по подчерку полета. В один из октябрьских дней 1944 года Герману графу передали справку. Тот, подняв брови, начал читать. Так значит, его зовут Павел Камозин. Интересно, что это за ас, о котором так много говорят в последнее время? Старший лейтенант, командир эскадрильи. Такое подразделение примерно равноценно нашему отряду. Amazing. Еще и герой Советского Союза. А ведь это высшая воинская награда в советской армии. Да, Salute. Немало он успел нам навредить. А ведь еще молод, нет и 30 лет. Способный, видно, этот летчик. Недаром за его уничтожение назначена крупная денежная премия и награда от самого фюрера. О Камозине и раньше говорили. А после гибели от его руки 18 генералов, он уже стал известен по всем частям. Стоит его голосу прозвучать в эфире, как все станции наведения поднимают крик. Граф усмехнулся. Все-таки устроил переполох этот русский обер-лейтенант. Сколько времени гоняются за ним целыми отрядами, и все бестолку. Даже сам Геринг вмешался и поручил мне уничтожить дерзкого русского аса. Но не слишком ли много для Камозина чести? В то время как Герман граф изучал справку про советского летчика, по другую сторону от линии фронта на взлетную полосу приземлился самолет. Выключив мотор, Павел открыл фонарь и откинулся на спинку пилотского кресла. После трудной схватки, во время которой нервы напрягались до предела, наступила та реакция, когда не хотелось ни думать, ни шевелиться. Нервная система требовала отдыха. Но поступил приказ явиться к командиру полка. «Товарищ Камозин, придется вам немного отдохнуть», — сказал командир. «Время сейчас хоть и горячее, но посылать тебя в бой все равно, что на верную гибель. Фрицы решили с тобой рассчитаться и не успокоятся, пока не собьют. Я знаю, что сбить тебя непросто, но когда за тобой специально охотятся целыми отрядами, уцелеть шансов мало. К тому же из штаба дивизии сообщили,
что на фронт прибыл известный фашистский ас, полковник Граф. Говорят, его специально вызвали, чтобы убрать Камозина. «Вот и отлично!» – воскликнул Павел. «У меня с Бубновыми свои счеты имеются». «Вы слышали о Сергее Азаре? Тот самый, что на горящем самолете прикрывал своего командира от обстрела мессершмиттов. Мы с ним в аэроклубе были инструкторами и летную школу вместе окончили. Его машину поджег граф, и я должен рассчитаться с ним за гибель своего друга. Товарищ полковник, разрешите продолжать полеты?» «Что ж, раз такое дело, летайте», – неохотно проговорил командир. «Только смотрите в оба, это, пожалуй, самый опасный из всех немецких ассов». «Противника недооценивать нельзя. Немец – мужчина серьезный». Известие о прибытии на Восточный фронт знаменитого Германа Графа воодушевляло всех немцев и вызывало у них ажиотаж восторга. И этот восторг не мог пройти незамеченным для советской разведки. Граф и не подозревал, что русские летчики уже начали на него охоту, точно такую же, как немцы вели за Павлом Камозиным. В тот день 1944 года графу сообщили, что в районе Керчи Камозин патрулирует линию фронта во главе четверки истребителей. Граф тут же бросился в указанный район. Он был уверен в своем летном мастерстве, а по хитрости и коварству ему не было равных. Граф считал, что в воздушном бою против какого-то русского обер-лейтенанта все шансы на победу на его стороне. Патрулируя на высоте 3500 метров, Павел внимательно следил за воздухом. В задачу его группы входило прикрытие своих войск на Керченском плацдарме. Самолетов противника пока нигде не было видно. Молчала и станция наведения. Павел взглянул на часы, скоро с аэродрома поднимется следующая четверка на смену его группе. Но тут в наушниках прозвучало: «Ястреб, я клен, ястреб, в воздухе граф, следите за небом». Павел внимательно окинул воздушное пространство и, заметив высоко в небе два крошечных крестика, ответил в рацию: «Клен, вас понял, связь прекращаю». Вот она, первая встреча со знаменитым фашистским асом. Немцы идут примерно на 7000, запас высоты у них хороший. Да и время немец выбрал удачно, когда у нас мало горючего. Хитер фашист. Так как же нам его перехитрить? Взвесив все за и против, Камозин решил набирать высоту, делая вид, что не замечает противника. Зорко следя за графом, Павел ожидал, что будет делать фашистский ас. Тот тоже кружил на прежней высоте, видимо, выбирая удобный момент. Павел знал, что стоит ему попытаться атаковать, все шансы на победу будут у противника. У него запас высоты, а значит и скорости. Да и летное мастерство графа при таких условиях не оставляет надежды на выигрыш. Надо было что-то предпринять, ведь в завязавшейся игре время работало на графа. Тогда Павел решил подставить себя под удар. Это было рискованно и почти равнозначно самоубийству. Но другого выхода он не видел. Один будет жить, другой погибнет. И собравшись до предела, Павел по-прежнему вяло, точно не замечая грозящей ему опасности, повел машину на разворот, на сближение с врагом. Герман Граф сперва не поверил своим глазам. Что делает этот прославленный Камозин? Куда он разворачивается? Неужели он не на Пфенинг не ценит свою жизнь? Какой здравомыслящий летчик станет без крайней нужды подставлять себя под огонь противника? Заложив левый крен, советский истребитель с разворотом шел на пересечение курса двум, находящимся выше мессершмиттом. Неужели Камозин все еще нас не видит? Поверить этому было трудно и почти невозможно. Но ни один маломальски опытный летчик не станет вести себя так беспечно в боевой обстановке. А если видит, тогда зачем же лезет на верную смерть? Камозин, по-прежнему плавно разворачиваясь, оказался чуть впереди и на 300 метров ниже мессершмиттов. Освещенный солнцем, его самолет был виден почти до мельчайших подробностей. И тут граф не выдержал. Судорожно сжимая ручку управления, Герман с какой-то отчаянной решимостью ринулся в атаку. Рев двигателя, свист воздушного потока, все слилось в единый грозный гул. Круто пикируя, граф поймал в прицел советский истребитель, и мессершмитт вздрогнул, словно приостановился в воздухе от одновременной отдачи всех огневых средств.
Но в момент стрельбы самолет противника накренился, и вся точно наведенная трасса бесполезно пролетела мимо. Это было настолько неожиданно, что даже ошеломило Германа. Какая невероятная реакция! Камозин сумел уйти из-под открытого прицельного огня. Он все видел и ждал атаки, и сам вызвал нападение на себя. От этого стало жутко. Но сейчас нужно выходить из атаки. Вверх нельзя, там ждут еще два русских истребителя. Вниз, только вниз. Пикировать на предельной скорости и уходить над самой землей. Но то, что произошло в следующее мгновение, граф понял не сразу. Мощный удар потряс машину. Германа тряхнуло так, что он ударился головой об остекление кабины. Мимо него понеслись искореженные обломки капота. Винта на положенном месте уже не было, а прямо перед глазами был развороченный двигатель. Вернее, то, что от него осталось. Из пробоины патрубков выбивались языки пламени. Потом отлетел хвост, вслед за ним оторвалось крыло. Переломился фюзеляж, одна его часть, кружась и махая уцелевшим крылом, заштопорила к земле, другая закувыркалась в беспорядочном падении. Отвернув влево, чтобы не столкнуться с обломками, Павел Камозин перевел свою аэрокобру в горизонтальный полет. Он вздохнул глубоко и полной грудью. Только теперь он почувствовал, чего стоила ему эта смертельная дуэль. Ценой какого напряжения удалось одержать верх над лучшим фашистским ассом. Подставляя себя под удар графа, Камозин, как казалось, пошел на самоубийство. Но он знал, что у него есть один единственный шанс, который мог принести победу. Он должен был подпустить противника как можно ближе и обязательно уловить момент, когда тот решит открыть огонь. Только в эту секунду следовало выполнить невероятно сложный маневр. Стоило сманеврировать чуть раньше или позже, результат был бы один – гибель от огня врага. Павел в полной мере использовал свой шанс. В нужное время он резко заложил крен, метнулся влево и тут же, с переворотом в обратную сторону, бросил машину вниз. Расчет был верным, и в прицеле совсем близко оказалось светлое брюхо круто пикирующего мессершмитта. Остальное уже не представляло сложности, и промазать было непростительно. Сергей Азаров отмщен, с графом покончено. Неподалеку, оставляя за собой черную спираль дыма, падает и второй фашист, сбитый майором Капустиным. Теперь можно было возвращаться на базу и докладывать о гибели гитлеровского пирата. Но наблюдая за падающими обломками немецкого самолета, Павел Камозин не видел, как граф рванул рычаг аварийного сброса фонаря и перевалился через борт разваливающейся машины. Герман стремительно падал вниз, но парашюта до последнего не открывал. Он на всю жизнь запомнил картину гибели своего друга Цвернеманна и не хотел повторить его судьбу. Почти год назад на Западном фронте Цвернеман также выпрыгнул из погибающего Фоке-Вульфа и беспомощно завис в небе под куполом своего парашюта. В атаку на него зашла пара мустангов. Первый американец огнем всех своих четырех крупнокалиберных пулеметов прошил в упор болтающегося в небе летчика, а второй растерзал зажигательными пулями тонкий парашютный шелк. Этот стремительный затяжной прыжок действительно спас Герману жизнь. Он дернул кольцо только тогда, когда до земли осталось всего около 200 метров. И когда через 3 часа после боя оберст-граф появился на своем аэродроме, на него все посмотрели, как на ожившего покойника. Немецкие летчики, так же как и советские, были уверены, что Герман погиб. Хмурый граф не стал отвечать на вопросы своих подчиненных. Он только досадливо махнул на них рукой, зло рыкнул и ушел в штабную избу. После этой схватки наученный горьким опытом Герман граф прекратил свое участие в боевых вылетах и всерьез занялся тем, чем нужно было заниматься с самого начала. У командира авиадивизии было полно дел и на земле. Руководить действиями и координировать атаки 3 своих полков. Заниматься снабжением горючим, боеприпасами и продовольствием, а также пополнением постоянно редеющего личного состава. Между тем Красная Армия продолжала гнать захватчиков со своей земли. Немецкие войска отступали, и вместе с ними все дальше на запад отходила 52-я авиадивизия. Украина, Бессарабия, Румыния, Чехословакия. Война катилась к концу.
Герман Граф сдался в плен 8 мая 1945 года американцам. Но те по Ялтинскому соглашению передали военнопленных советским властям. Всего за годы войны Герман Граф совершил более 830 боевых вылетов. Одержал 212 воздушных побед, включая 6 над 4-моторными американскими бомбардировщиками Б-17 «Летающая крепость». Освобожден из плена 29 декабря 1949 года. Умер в родном городе Энген 4 ноября 1988 года. Wow. Much love and respect from the Philippines of this incredible pilot, Herman Graf. He did a fantastic job making those, like, protecting the country. And this is what I really like. They really don't want to attack without planning it, like, smartly. They're thinking of it, how to attack inaccurately. Imagine to those, like, the enemies were surrendered. It's like committing suicide because they know already that they lost. Because the way of Herman Graf, it's so amazing. He planned directly, and that's a smart move of doing it. This video is so interesting to watch, like looking back into history of how these amazing pilots and the soldiers, how they fought for to protect the country and to protect with the land and the country and the people also. Such an amazing one. Doesn't matter how many armies or how many soldiers you have. It matters of how the way you attack in accordance that you are planning accordingly of how to win the war. And this is amazing, and this is how you do it. Imagine of Herman Graf promote every possession that he deserved it, and such, because they believe of his like capability of how the way I just fly with this amazing warcraft or the aircraft in that time. Goodness gracious, fantastic. I hope guys you enjoyed watching with this one, and if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share and subscribe also with my channel. This is Junris Plagadag React saying stamble surpassive guys. If you want to connect, my social media account is in here. If you want to connect, my second channel is on the description box below. Thank you so much, Prevet and Spasiba to our Russian friends. Have a good day everyone, bye bye, and see you on my next video reaction. God bless po, mabuhay tayong lahat. We'll be right back.